С 20 октября Саханнефтегазбыт повысил цены на бензин в арктических районах. Сейчас литр 92-го бензина составляет 61 рублей 50 копеек, евро 95 – 62 рубля 90 копеек. Также повышение коснулось и нефтепродуктов. Теперь 1 литр дизтоплива обойдется водителям в 62 рубля. Повышение цен обусловлено четырьмя основными факторами. Это транспортная составляющая, доставка нефтепродуктов в отдаленные арктические районы. Это банковские проценты, это затраты на содержание нефтебазового хозяйства и содержание автозаправочных станций акционерного общества «Саханнефтегазбыт». И стоимость, сама стоимость нефтепродуктов, закупаемых от поставщиков.